Всем привет! Мы продолжаем получать зимнюю коллекцию от Азимут 21-22 года. А на этот раз пришло пальто 20684. Прогуливаясь зимой по лесу или по городу в этом пальто, вы всегда будете защищены надлежащим образом, так как оно сочетает в себе функциональность мембранной куртки, защищающей от непогоды, и внешний вид классического стеганого пальто. У нее удлиненный притальный покрой, глубокий капюшон, который защитит вас от снега, дождя и ветра. Внешний слой выполнен из водонепроницаемого материала Protex, выдерживающий водяной столбик 15 тысяч миллиметров. А также главной технологической особенностью ткани, то что эта ткань тянется во всех четырех направлениях. Так и так. То есть это вам дает полную свободу движений и никакого дискомфорта. А под мембранным слоем скрывается самый эффективный и теплоизоляционный материал во всей коллекции Азимут. Это Азимут Лофт Плюс Инсулейшн, наполнитель которого составляет 450-470 грамм на метр квадратный. Данное пальто выдерживает мороз в 30 градусов. А теперь главные характеристики. Внешняя ткань у нас 89% полиэстер, остальное полиуретан, так как оно тянется, эластичная ткань. Защита от дождя, от ветра, снега. Капюшон у нас съемный, капюшон с регулировкой по объему при сильном ветре и морозе, чтобы полностью закрыться. 4 внешних теплых кармана утеплены микрофлисом. На нижних карманах передних есть светоотражающие детали. Здесь элементы брендирования на левом предплечье. Рукав регулируется по ширине, по объему специальной липучкой. И обязательно в большинстве изделий Азимут это полуперчатка, эластичный манжет с отделением для большого пальца, чтобы не заходил холодный воздух и ваше тепло не выходило. Это самое длинное изделие в коллекции Азимут, которое есть у нас на сегодняшний день. Длиннее по женскому ничего не будет. Это самое длинное пальто парка. 4 красивых цвета. Фиолетовый, светло-серый, бордовый и черный. Теперь давайте посмотрим внутренность. Здесь у нас, кстати, используются новые вот такие вот штучки. Крепления для капюшона. Теперь здесь не липучки, а вставки прорезиненные. Очень интересно сделано. Внутри у нас карман на липучке для телефона и указатель температурного режима. И еще один внутренний дополнительный карман для особо важных вещей.